Всем привет! Новый обзор книги называется «Кирпичи. Книга» Данияра Сургалинова, неизвестного доселе мне автора. Вот, с таким довольно интересным названием. Я еще подумал, наверное, группа «Кирпичи» так называлась под воздействием этой книги. Оказалось, нет. Вот. Ну так вот, книга простая, как 3 рубля. Читается буквально там за пару часов, часа за 3, наверное, можно по ее прочитать. Вот. Читается просто интересно, простая, как я уже как 3 рубля. Я, в принципе, не люблю такие книги именно по языку написания. Вот они все отдают Александром Бушковым, там, Ником Перумовым и тому подобными вещами. Но книга мне понравилась. Книга мне реально понравилась. Вот. Она о чем? О том, как человек, как... Я еще начал читать, думаю, ну, тут все понятно. Вот. Но несмотря на то, что все понятно, было очень интересно, и она подействовала на меня. Это мотивирующая книга. Книга про одного обычного там офисного работничка, клерка, короче, маркетолога, неудачника по жизни, который, знаете, боится не то, что подойти к девушке, даже там, не знаю, посмотреть на нее, которая ему нравится, боится слово «против» сказать кому-то, когда там его отправляют в магазин, он идет и покупает то, что требуется, все насмехаются над ним. В общем, такой человек-тряпка. Человек-тряпка, который сам не понимает, для чего живет, в своей серой жизни погряз. И тут он встречает одного чувака, который втолковывает ему простые, прописные, можно сказать, истины, которые, к сожалению, которых, к сожалению, очень не хватает людям, которые выросли в Советском Союзе, которые привыкли работать всю жизнь на одной работе, которые привыкли чаще молчать, чем говорить, которые привыкли чаще себя самого урезонивать, чем сказать кому-то, какому-то наглому хмырю, что-то против, которых постоянно ездили и продолжают ездить. Вот книга о таких людях и для таких людей. Она просто говорит о том, что если тебе нравится девушка, нужно идти и брать ее. Если ты хочешь что-то сделать, идти и делать. Если ты хочешь сказать «нет» какому-нибудь уроду, там, который постоянно ездит на тебе и пытается с тобой манипулировать, надо говорить «нет» и даже не объяснять, почему, просто «нет» и все. И пошел в жопу. И именно так ты становишься человеком, и появляется смысл жизни. И вот там этот рассказ коротенький про то, как этот бывший такой хлюпик, бывший тряпка постепенно становится человеком. Постепенно учится отстаивать себя, свои интересы и жить счастливой жизнью, делать то, что хочется ему, а не то, что он привык, и не утираться и отходить в сторону, а наоборот идти напролом и как-то заявлять о себе, о своих желаниях. Кстати, сразу отвечу на вопрос вот как раз подписчика, который посоветовал мне эту книгу, что похожее я хочу посоветовать. Что похожее на эту книгу я могу посоветовать? Я скажу так, что ты сам знаешь, это книги Шлахтера. Книги Шлахтера, «Человек-оружие» и там различные другие, как поиметь весь мир. Вот. То есть это очень-очень простая книга о психологии. Очень простая, понятная, но одновременно с тем мотивирующая и окрыляющая. Простым языком, и там чувствуется, что человек... Вот я говорю, я не люблю такие книги, если бы она была не настолько простая, что понималось, что автор не считает всех вокруг дураками и одного себя умным. Нет, он такой же простой чувак, который просто пишет то, что открылось ему. Вот, и в конце он благодарит там различных людей из каких-то форумов, еще кого-то. Вот, видимо, он где-то посты просто выкладывал по чуть-чуть, как бы своих мыслей, и потихоньку шло развитие сюжета, развитие этой книги, и вот она получилась, и он ее оформил. Вот. Советую всем прочитать, особенно если ты мало уверен в себе, если ты постоянно мнешься, если ты чувствуешь, что делаешь какие-то вещи, которые тебе не хочется делать, а ты их делаешь, если живешь не своей жизнью, если чувствуешь серость какую-то в своей жизни, подумай, зачем? Это твоя жизнь, она одна единственная, просто-напросто. И ты здесь самый лучший. Ты самый лучший, и лучше тебя для тебя лично никого нет. Ты умрешь. Может быть, будут жить какие-то другие хорошие, замечательные люди. Но тебя не будет, и тебе будет насрать. Ты лучше всех. Лучше тебя нет никого просто. И поэтому нужно брать то, что ты должен взять от этого мира. Вот.
Ну, в общем, такая книжка. В итоге он становится уверенным в себе человеком, занимается спортом, добивается девушек, которых ему хочется, и которых, может быть, даже не очень. Это как-то все происходит вполне понятно и настолько просто, и так ясно написано в этой книге, как к этому прийти. Буквально в двух-трех словах нужно просто взять и начать делать. Взять и начать делать то, что тебе хочется. Я сам говорил во многих своих видосах уже, наверное, все вот эти мысли о том, что делай, что тебе хочется, и твоя жизнь будет правильной и верной. Вот. Ну, еще раз посоветую всем прочитать вот эту замечательную книгу. Книгу Данияра Сургалинова. Называется «Кирпичи». Прочитайте, это займет у вас несколько часов, но это зарядит такой уверенностью в том, что нужно жить. В том, что нужно жить и двигаться в своей жизни туда, куда ты хочешь. Ладно, всем пока, читайте хорошие книжки. Спасибо всем вам за комментарии, за советы, которые вы мне советуете почитать. Вообще шикарные книги, чаще всего. Ну, вот. Ну и всего хорошего, подписывайтесь там, ставьте комментарии.